Господь Иисус, я веряю в Тебе. Ты вместо меня умирал на кресте. Прости меня, Боже, очисти меня. И в сердце мое пусть войдет жизнь Твоя. Хочу я идти за Тобою повсюду, любить Тебя, верить и слушаться буду. Прошу от болезни меня исцели, исправь мою жизнь, все внутри измени. Господь Иисус, будь все время со мной, мой чудный Спаситель, отныне я Твой. Господь Иисус, я веряю в Тебе. Ты вместо меня умирал на кресте. Прости меня, Боже, очисти меня. И в сердце мое пусть войдет жизнь Твоя. Хочу я идти за Тобою повсюду, любить Тебя, верить и слушаться буду. Прошу об болезни меня исцели, исправь мою жизнь, все внутри измени. Господи, Спаситель, отныне я Твой. Когда-то был очень нуждающийся человек, и он подошел, пал к ногам Иисуса и сказал: «Господь, если хочешь, можешь меня очистить». Этот человек был прокаженный. По закону Таурата он не имел права приближаться к раввину, вообще к людям. Но он осмелился, он подошел и сказал: «Если хочешь, можешь меня очистить. Неважно, как сегодня вы изранены грехом, насколько вы даже не можете приблизиться к Богу, насколько проказа греха вас съела, вы можете сказать: Господь, если хочешь, можешь меня очистить». И Господь скажет: «Я хочу, очистись». Благословит вас Господь. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что поддерживали. Пусть Бог вас благословит. Пусть Он касается вашего сердца. Пусть Он поможет вам на этом нелегком жизненном пути. Пусть в страданиях Он будет рядом с вами. Вы будете чувствовать Его нежную, любящую руку. Пусть эта сила жизни поможет вам преодолеть всякое ожесточение, всякую боль, всякое неверие, всякое отчаяние. Благословит вас Бог. Чудный Спаситель, отныне.